Этого торжественного мероприятия на филологическом факультете Брестского государственного университета ждали как никогда. На протяжении 2 лет шла напряженная работа по оборудованию и оснащению нового культурного центра. Теперь с большим литературным фондом, подборкой российских печатных изданий, каталогами и видеопрезентациями смогут работать и берестейские студенты. Русский центр призван прежде всего консолидировать разные силы. Те силы, которые преподают, те, кто учится, независимо от того, в высшем учебном заведении, в средней школе, в среднем специальном или просто пока еще осваивает русский язык. Центр в городе над Бугом был открыт благодаря поддержке известного в России фонда «Русский мир», информационные и образовательные площадки которого существуют сегодня во многих странах мира. Просветительский центр в Бресте стал 100-м по счету в мире и 1-м в Беларуси. Новая образовательная площадка позволит и белорусам, и иностранным студентам, получающим образование в областном центре, открыть для себя неповторимый мир богатой русской культуры. Мы предоставляем возможность с момента открытия доступа к российским средствам массовой информации, к любым, это 40 тысяч источников, которые в режиме онлайн студенты и преподаватели могут ежедневно проверять, там поисковая система есть, причем разная пресса, правительственная, антиправительственная, любая, которая выходит в электронном формате. Мы предоставляем доступ к государственным библиотекам Российской Федерации, что тоже важно и для студентов, и для аспирантов, и для преподавателей, которые ведут научную работу. Открытие такого русского центра – это знаковое событие для университета. Все-таки университет, являясь центром образования, научной, культурной жизни Брестского региона, не может оставаться в стороне вот такой возможности предоставить широкий доступ к историческому и культурному, литературному наследию русского мира, к новым образовательным методикам, которые применяются в России. Просторный кабинет приятно удивит даже взыскательного студента. В русском центре на самом деле есть все, что нужно для учебы. Уютная обстановка, большой книжный и журнальный фонд, доступ к любым видам СМИ России. И это не полный список того, что могут использовать при подготовке к занятиям не только педагоги, но и студенты. Руководство центра уверено, что новый центр станет полноценной платформой для налаживания научных контактов с русскоязычными представителями разных стран мира.